Конституционный суд принял решение, что нужно пересчитать пенсии, и поставил задачу Гройсману. Однако он как получил это постановление, так и молчит. Он по всему молчит. Обещает, вот мы 1 января посчитаем. Ну мы ждем, когда ты посчитаешь. А с какого января? С 25-го года или с 19-го, или с этого года? В конце концов, дайте объяснение людям.